зарожденный в прошлом столетии, переживший войну, тяжелые 90-е и множество других поворотных событий в истории страны, СПК «Дружба» смог не только выжить, но сохранить и приумножить все то, что досталось от дедов и отцов. Руководителем я стал в 93-м году, это вот будет скоро 26 лет, как я работаю именно председателем. А до этого я работал там 8 или 9 лет водителем, затем завгаром, а вот как раз руководителем стал случайно. Меня, собственно, выбрал коллектив здесь, когда у нас хозяйство банкротилось, у нас был такой период тяжелый. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Дружба» получила это название в 1999 году. Он располагается на территории Скосырского сельского поселения Тацинского района. Земля здесь не богата, но на протяжении 90 лет хозяйство всегда было в числе передовых, хотя начиналось все очень непросто. В далеком 1929 году колхоз 9 октября объединился с колхозом «Красный пролетарий». А 16 февраля 1952 года колхоз 9 октября прекратил свою деятельность, объединившись с колхозами «Серп и молот», «Победа», и был создан укрепленный колхоз имени Димитрова. В ноябре 1959 года Скосырский район упразднен, территория передана Тацинскому району. Так колхоз изменил свою территориальную принадлежность. 25 января 1992 года зарегистрировано коллективно-долевое сельскохозяйственное предприятие «Дружба» на правах товарищества с ограниченной ответственностью, реорганизованный колхоз имени Димитрова. Октября 1999 года КДАП «Дружба» реорганизован в СПК «Дружба». Прошел я в колхоз бывший имени Димитрова в 85-м году в качестве механика трудоемких процессов. С 85 по 88 год работал на этой должности. И потом с 88 по сегодняшний день начальником производственного участка. Но тогда была эта должность бригадирская, потом при реорганизации хозяйств стал начальник производственного участка номер 2. В СПК «Дружба» я работаю уже 21 год. 1999 года. В хозяйстве я работаю с 84 года. Работал, строился слесарем, затем механиком, затем водителем, затем заведующим гаражом. В данное время главным инженером. Закончил школу я в 76 году. И у нас было в школе от района нас как бы уговаривали остаться всем классом, работать в сельском хозяйстве. Вот по этой причине я попытался остаться. Ну, честно говоря, я себя видел только водителем. Мне нравилось работать шофером. Хотя вот именно после школы я пошел работать трактористом. Ну, наверное, с полгода поработал, потом пошел на курсы водителей, окончил и начал работать водителем. Затем призвали в армию, и после армии опять вернулся я сюда. С
Сегодня СПК «Дружба» – одно из стабильных сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, входит в число эффективно работающих хозяйств. Когда-то говорили, что сельское хозяйство – это черная дыра, но руководитель смог сделать его активно развивающимся бизнесом, в котором 7939 гектаров пашень и 1378 гектар пастбищ. Начинали мы в разные годы, все вот эти вот, как их называют, лихие 90-е, мы вот этим, в основном, этим костяком, ну, не считая тех пенсионеров, которые ушли на заслуженный отдых, мы выстояли, мы выдержали, ну, и показали всем в районе, что можно это делать, можно трудиться, можно настроить людей, коллектив на ту цель, которую мы ставили, мы выполнили. И на сегодняшний день, дай Бог нашему хозяйству, вот мы и стоим, и держимся. Такие руководители встречаются очень редко. Если единственный руководитель, который удержал бывший колхоз в районе, не развалился колхоз, и до сих пор как бы работаем сообща. Трудно было, когда все было в разрухе, развале, все восстанавливали, все реставрировали технику в основном. И как бы трудностей было очень много. Сейчас как бы немного полегче, но все равно трудно. На земле всегда трудно было работать. С нуля подымался практически. Здесь работали мои бабушка с дедушкой, здесь работали родители мои. Теперь мы с мужем здесь работаем. Это уже третье поколение. Четвертое даже уже поколение идет. О масштабах развития СПК «Дружба» можно судить по цифрам. Сельскохозяйственные угодья занимают огромную территорию общей площадью около 9317 гектаров и располагается в 5 населенных пунктах района. В хозяйстве трудится около 80 человек. Оно обладает солидным парком сельскохозяйственной техники – 64 единицы вместе с автомобилями. Обновление парка практически каждый год. И не только, имею в виду, тракторов и зерноуборочных комбайнов, но также и сельхозинвентаря. Это сеялки, это культиваторы, это сцепки. Ну, весь шлейф инвентаря каждый год потихонечку мы подновляем. Помните, раньше были ДТ-шки, да, или ДТ-75, или ДТ-74, которая была там... Вибрация, если рассматривать с точки зрения техники безопасности охраны труда, то вся старая техника, которая вообще действовала на организм человека, как, я не знаю, губительно, сейчас более-менее техника пошла. К примеру, новый трактор, да, вот взять МТЗ-2022, который полностью, кабина практически стеклянная уже, шумоизоляция там в пределах разумного, в пределах допустимых по правилам, по ГОСТам. Да, последние годы мы старались каждый год брать по комбайну. Ну, в один год взяли даже два. Ну, вот в этом году, я не знаю, получится, не получится, хотя мы планируем взять. Ну, вот цены нас не радуют. Наше основное достижение – это урожайность. От этого зависит наша жизнь. В СПК активно развивается два направления – животноводство и растениеводство. Хозяйство располагает фермой. Поголовье крупного рогатого скота составляет 256 голов, овец – 76 голов. Для себя держим. Вот у нас там есть небольшая ферма, немножко иногда и свиней. Ну, питаем мы своих людей, вот для этого и держим. Бесплатно стараемся, чтобы все было свое. Ключевым направлением в хозяйстве считается растениеводство. Доля выручки здесь составляет от 80 до 90%. И не случайно, ведь за последние годы в эту отрасль были вложены серьезные инвестиции.
Средства были направлены на приобретение новой техники и качественных семян, в результате чего получен обильный урожай с минимальными потерями. Комбайн Акрос, да, вот возьмите эти 75-е года или там какие года был СК-4, который вообще кабины не было, или сейчас взять наш Акрос, который выпускают на Ростельмаше, который практически бесшумный, с кондиционером, и комбайнеру приятно работать на этом комбайне. Задача у нас — это подготовка почвы, посеву, к выращиванию, вспашка зяби. На нашем участке числится 4400 земли, из них 1950 мы в этом году посеяли озимого клина. Самая большая отдача с озимой пшеницы. Мы нею занимаемся, у нас как бы постоянно 3000 стараемся сеять. Это для работы предприятия, ну, оптимально, хотя можно довести до 4. Тогда было бы еще легче. В растениеводстве СПК достигла немалых успехов. Одно из главных – освоение новых технологий – возделывания зерновых и зернобобовых. Валовый сбор в 2019 году составил 120 237 центнеров при средней урожайности 23 центнера с гектара. Ячмень, естественно, сеем, кукурузу, всего понемножку, чтобы был какой-то страховой. Одно не вышло, другим перекрываем. Есть хороший подход, если грамотный подход, то нужно заниматься всем. И оно всегда себя оправдывает, если все это делать грамотно. Пшеница, в основном озимая пшеница. Сеем мы ежегодно в пределах 3000 гектар. И основная прибыль как бы идет отсюда. Ну, в наше время трудно угадать, какую культуру именно надо сеять, где выиграешь, какова будет себестоимость, какова рыночная цена. Подводя итог, можно сказать, что за последние несколько лет СПК «Дружба» сделал огромный рывок вперед, наглядно демонстрируя, что даже в трудные времена добиться успеха вполне реально. Я думаю, что стабильность у нас есть, и уверенность в завтрашнем дне есть. Ну, вот так, чтобы хотелось как прыгнуть в седло и поскакать, не получается. Успехи предприятия – это, наверное, самое главное, чтобы были все наши труженики здоровы, это раз. И выполнение тех задач, которые мы им ставим перед любым видом выполнения технологии. Если это все будет выполняться, то значит все будет качественно сделано, посеяно и убрано. Ну и, конечно, трудовая дисциплина – это тоже главное. Организация работы – это все зависит от руководителя Александра Александровича. Он правильно ставит задачи перед коллективом, правильно выбирает путь работы. Ну, успех предприятия любого, я считаю, зависит от, прежде всего, от руководства. Ну, естественно, от положения в стране. Но в основном это от руководства. Так сказать, как планово, как все это строится, работа, так хозяйство и работает. В успехе предприятия самое главное — коллектив, сплоченный коллектив. Здесь один коллектив, уже мы больше времени проводим на работе, чем дома. Тут практически уже вторая семья здесь. Руководство не скрывает секрета такого успеха. Он в людях, в их потенциале, любви к родной земле. СПК «Дружба» — это не просто место работы, это второй дом, на благо которого трудится одна большая семья. Мотивация одна, лучше зарплата, лучше работает. Но еще, конечно, есть у нас там, бывает, предлагаем путевки, мы дольщики до нагрокурорта. Коллектив дружный. Дружный тут сказать больше нечего. Коллектив хороший. Стараемся в хозяйстве строиться и дома, как в старые добрые времена. Механизатором, ну, животноводом, кому как посчитает нужен, кто как себя покажет в работе. Руководство СПК «Дружба» понимает специфику работы на селе и старается создать для своего коллектива комфортные условия. На средства СПК в станице Скосырской были построены 5 домов. В 2014 году нам колхоз предоставил такую возможность получить жилье по программе «Молодая семья». Мы жилье получили, колхоз нам построил дом,
5 комнат, 3 спальни. Дом большой, светлый. Трудиться в сельском хозяйстве не каждому дано. Ненормированный рабочий день, работа в праздники и не всегда в благоприятных погодных условиях. Все это требует колоссальных усилий и огромной выносливости. А еще развитые чувства юмора, смекалка, умение быстро принимать решения, подчас рискованные в сельском хозяйстве, эти качества просто необходимы. Жизнь наша это уже. Мы уже прожили здесь. И сельское... А куда деваться от сельского хозяйства? Все только с ним связано. Не будет его, не будет, не знаю, и страны не будет, если не будет сельского хозяйства. Иногда эти мысли закладываются, а может хватит, а может уже пусть идут кто-то из молодых руководить коллективом на участках. Иногда задумки бывают, ну пока работаем, ну потому что уже очень много проработал. Качество тут всеми даже, наверное. Тут в основном терпение у всех должно быть, навыки должны быть, техника обновляется, все современное становится, люди должны обучаться, самообучаются. Задача номер один для руководства СПК – сделать работу на селе привлекательнее для молодежи. Ведь все, что с таким трудом создавалось, нужно передать следующему поколению. Здесь готовы всему обучить и поддержать в трудную минуту, как и принято в большой дружной семье. Я по себе помню, вот когда я заканчивал школу, сколько здесь было молодежи. Здесь не то, что в клубе было тесно, возле клуба было тесно. Сегодня этого нету, к сожалению. Поэтому, если обратят внимание в правительстве, я думаю, что жить на селе далеко не плохо, а даже хорошо. Ну, естественно, мотивация – это зарплата. Ну, в наше время сейчас, как бы, я не знаю, так, то ли жизнь построена. Очень мало заинтересовано молодежи в этих земельных работах. Очень мало тянутся к сельскохозяйственной технике. Как бы другое в стране какое-то направление, что ли. В 2019 году СПК «Дружба» отмечает свой 90-летний юбилей. Долгожитель, невольно возникает мысль. Эти люди хранимы, хранимы кем-то свыше. За любовь к земле, любовь друг к другу, за колоссальный труд и небывалую силу воли. Мне прежде всего хотелось бы пожелать, это самое главное, всем нашим труженикам, нашего хозяйства, это крепкого здоровья. Руководителю здоровья и успехов. Пожелание побольше здоровья и побольше руководить еще этим хозяйством. Самое главное здоровье всем, потому что здесь здоровье это самое главное для работы на селе. Пожелания какие? Во-первых, здоровья всем большого, терпения, потому что не всегда все получается, как хочется. Всегда трудность. Трудности каждый день у нас здесь сталкиваются, как на фронте. Прежде всего, здоровья, терпения, успехов, благополучия всем. Конечно, урожаю в нашем хозяйстве. От этого зависит наша жизнь, наши зарплаты, наше, так сказать, все остальное от этого. Как говорится, что потопаем, то и слопаем. Всем сотрудникам хочу пожелать прежде всего здоровья, долгих лет жизни, чтобы они были здоровы, радовали своих родных и близких. А когда человек здоров, у него есть хороший настрой на работу, есть какой-то смысл, перспектива в жизни. Поэтому я желаю, чтобы все было хорошо в их семьях, чтобы мы, конечно, достойную зарплату платили. И все будет нормально.